Уже второй раз компания «Теле2» организует бесплатное обучение для предпринимателей Брянска. 1 марта прошел семинар «Отдел продаж как автомат Калашникова. Как продавать без скидок и откатов». В роли ведущего семинара выступил его автор, известный московский тренер и бизнес-консультант с 12-летним стажем Алексей Урванцев. Семинар собрал более 20 участников, причем абсолютно из разных сфер. Среди слушателей были сотрудники рекламных агентств и представители уже давно раскрученных СМИ, владельцы недавно открывшихся магазинов и даже предприниматели, которые только-только готовятся к старту. Я занимаюсь продажами, продажей рекламы. В принципе, использую это в своей деятельности. И новые знания, в принципе, лишними не бывают. Объединило слушателей одно желание грамотно организовать свое дело, в частности, правильно построить работу отдела продаж, чтобы компания приносила доход. Эту и многие другие темы, касающиеся правильной организации бизнеса, на протяжении 9 часов обсуждали на семинаре. Очень хорошая подача информации, абсолютно все понятно. Те вопросы, которые меня интересовали, могла задать, мне все объяснили. То есть ребята, присутствующие на тренинге, тоже задавали вопросы, которые у них возникали, тоже было интересно послушать. Бесплатные тренинги и семинары – это одно из трех направлений работы в рамках программы поддержки бизнеса оператора мобильной связи «Теле2». Во-первых, мы предоставляем возможность предпринимателям города Брянска и Брянской области зарабатывать деньги, являясь нашими дилерами. Во-вторых, мы предоставляем самые выгодные и интересные тарифные планы нашим корпоративным клиентам, благодаря которым они получают возможность существенно снижать свои затраты на ведение бизнеса. Ну и в-третьих, мы периодически организовываем подобные образовательные мероприятия, семинары, тренинги для самых отважных представителей бизнеса, чтобы они черпали новые идеи, знания для развития и поддержания своего бизнеса. Ну и кроме того, я считаю, что компания «Теле2» является одной из самых успешных в России и не только, и мы имеем тот самый бесценный опыт, которым мы можем поделиться. Во время кофе-брейков у участников семинара была возможность дополнительно обсудить преимущества использования тарифов для бизнеса компании «Теле2». Предприниматели, которые используют корпоративную мобильную связь и задумываются о смене оператора, могли получить полную информацию о том, как это можно сделать, сохранив прежние номера благодаря услуге МНП. Таким образом, обучение получилось комплексным, и, как обещали организаторы, самое интересное еще впереди. Так что активным предпринимателям стоит держать руку на пульсе, чтобы не пропустить следующий тренинг, который состоится уже скоро. Евгения Павлюкова, Александр Егоров, События Брянск.